Психологи, эндокринологи, кардиологи, валеологи – это далеко не полный перечень специалистов, которые принимают участие в акции. Получить ответы на важные вопросы, консультативную или даже диагностическую помощь могли все участники мероприятия. Основной акцент, конечно, на представителей подрастающего поколения в возрасте от 10 до 17 лет. Однако не отказывали в приеме и родителям подростков. Главная цель инициативы – продвижение идей здорового образа жизни. Стартовала 13-14 января областная акция «Мой выбор». Жить с позитивом. В данном случае вот в Брестском районе, в поселке Муховец, проходит второй этап этой акции, районный. Здесь представлена часть школ Брестского района, поселка Муховец, деревни Радваничи, Знаменка, Страдичи, городской поселок Домачево. Цель – это продвижение здорового образа жизни, профилактика употребления психоактивных веществ. Еще одна из важных целей акции – «Мой выбор жить с позитивом» – предупреждение суицидов и суицидального поведения подростков. К сожалению, в минувшем году в области происходили такие трагедии. Сделать все возможное, чтобы предупредить их в будущем – важнейшая задача. Необходимость проведения таких акций вызвана тем, что в последние годы участились попытки суицидального поведения среди несовершеннолетних, есть и суициды, которые были в Брестской области. В Брестском районе в 2016 году не было ни суицидов, ни попыток суицидального поведения. Но мы должны работать на, скажем так, формирование у детей позитивного отношения к жизни. Сами подростки, к слову, в инициативу включились очень активно. Они считают, дело это нужное и полезное. Мне кажется, что эта акция очень хорошая, и то, что она началась. Каждый человек может подойти к врачу, проконсультироваться. Ну, это хорошо. Эти мероприятия помогают людям осознать проблемы в жизни. Тут есть хорошие психологи, врачи, которые проверяют тебя, проверяют твое здоровье. По моему мнению, такая акция, она помогает. Я пошел пока что только одного консультанта, это психологического, планирую пройти всех. В общем, такое мероприятие нравится мне, хотел бы посетить еще. Мероприятие в поселке Муховец – это первая часть второго этапа акции. Вторая запланирована на начало весны и состоится на базе поселка Вистычи. Будет и третий этап. Доктора и иные специалисты приедут к школьникам непосредственно в учреждение образования. Таким образом, планируется охватить всех проживающих в районе подростков, а это порядка 5000 человек.